Новости Дома 2 от 12 обезьян. Никита Кузнецов возмущен фактом того, что неудобные моменты для Насти Лисовой вырезаются операторами СШЛ еще на стадии съемки. Чем же Настя так расположил к себе операторов проекта на СШЛ? А также немного потолкались Олег Бурханов и Эдгар Гаспаров. Олег Бурханов вчера флиртовал со всеми, потом Алиану пытался забрать на разговор. И Эдгар сказал, что это неправильно и что он путает, когда девушка свободна или когда у нее есть парень. В результате словесной перепалки все дошло до спарринга на перчатках, но их разняли. Бурханов и Киушкина опять расстались. Настя переехала в женскую спальню в надежде на то, что Олег будет ее добиваться. Но Олегу все равно, он сказал, что ничего делать не будет. Порадовал своей активностью и Евгений Рудник. Он написал в своей страничке ВК призыв девушкам страны идти к нему на кастинг. Кто же пойдет к этому шуту, который даже не развелся с законной женой? На первый этаж ВИПа заселили пару Евгения Кузина и Саши Артемова, которые недавно приехали на поляну. И главная тема вечернего лобного, как всегда, с подачи Линозавра. Алиану обвинили в том, что она до сих пор с Габозовым, на что она с легкостью парировала, что с Сашей наконец-то они научились находить общий язык, чего следовало бы научиться и остальным. Динозавру, вероятнее всего, как и в прошлом году, придется просто пролететь. Огромное спасибо Кату Бэйну за новости текст. Хотите быть в курсе всех новостей одним из первых? Читайте и смотрите новости от Кота Бэйна. Подписывайтесь на наш канал. Новости, слухи, сплетни Дома 2 от 12 обезьян.